Теперь не безымянные. Набережные Енисея наконец получили название. Так что слева теперь центральная. Она тянется от Вантового моста до улицы Декабристов. А прогулочная зона на правом берегу, она идет от коммунального моста и до микрорайона Пашины, отныне официально зовется Ерыгинской. История с выбором имен тянется с февраля. Тогда горожане прислали больше 300 своих вариантов. Из них выбрали 10 самых часто повторяющихся, а затем по 3 варианта для каждой набережной. И вот сегодня специальная комиссия утвердила окончательные результаты. За участие в народном голосовании красноярцев в своем инстаграме уже поблагодарил мэр Сергей Ерёмин. Спасибо всем за неравнодушную позицию. Только так мы делаем историю нашего города.